Пятый класс, пятая серия. Выполните действие в пятеричной системе счисления и дайте ответ в пятеричной системе счисления. В пятеричной системе счисления 5 цифр. 0, 1, 2, 3 и 4. Любое число можно записать, используя только эти 5 цифр. Счет идет пятерками. Каждая следующая разрядная единица в 5 раз больше. Так, выполняем сначала первое действие умножения. Столбик будем умножать. 2, 1 в пятеричной умножаем на 1, 2 в пятеричной. Так, сначала мы умножаем вот на ту цифру, которая стоит в разряде единиц. Алгоритм выполнения действия умножения точно такой же, как и в десятичной системе счисления, только нужно помнить, что здесь будет переход через пятерку, а не через десяток. 2 умножаем на 1, 2. 2 на 2, 4. Так, теперь умножаем на ту цифру, которая стоит в разряде пятерок. 1 на 1, 1. 1 на 2, 2. Складываем. Последняя цифра 2. 4 плюс 1, 5, 0 пишем и 1 запоминаем. 1 плюс 2, 3. Ответ первого действия 3, 0, 2 в пятеричной. Действие деления можно выполнить устно в данном случае, потому что 2 делится на 2, 4 делится на 2, и мы можем сразу сказать, сколько получится у нас при делении. 1, 0, 2 в пятеричной. Вот ответ второго действия. А теперь нам осталось выполнить сложение. К числу 3, 0, 2 в пятеричной нужно прибавить число 1, 0, 2 в пятеричной. 2 плюс 2 – 4. Такая цифра есть в пятеричной системе счисления. 0 плюс 0 – 0. 3 плюс 1 – 4. Итак, ответ 4, 0, 4 в пятеричной.